Денежные СНГ можно ли через день чередовать разные? Можно в один день делать разные? Что может произойти? Если человек использует мои денежные СНГ или какие-либо другие СНГ, он должен знать то, что расходуется. Как правило, мы расходуем больше всего состояние чувств. И ощущение, которое у вас может происходить после выполнения эзотерических практик, это ощущение, как будто вы истощены. То есть нет чувств, нет радости никакой и так далее. А каким образом в дальнейшем необходимо увеличивать радость? Помните мои слова о психической энергии? Я говорил, психическая энергия возникает тогда, когда человек удивляется, радуется, восхищается, когда он обнимается, трогает кого-то, когда он слушает музыку, не эмоционируя. То есть он внешнюю эмоцию берет, чужую. Эмоцию от музыки, но сам как бы, да, нравится. И в этот момент я хочу вспомнить такие моменты, знаете, очень часто бывают такие видео, где очень красиво танцуют люди. Конкурсы какие-нибудь, и в какой-то момент у человека, который смотрит, появляются аж мурашки по телу. Такое ощущение, как будто прям аж дух забивает, такое ощущение, как будто просто нереально красиво, нереально вкусно, нереально восхитительно, потрясающе и так далее. И в этот момент вы должны знать, что вот это ощущение, которое вы испытываете, это их созданная и выплеснутая психическая энергия. В этот момент вы эту энергию получили, и с такого видео много людей будет получать. Но я хочу вам сказать о выгорании таких людей. Такие люди очень часто после вот такого яркого концерта, он душевный, у них там эмоции, они просто преобладают. Там у людей, которые смотрят, эмоции преобладают. И вы смотрите это в тишине, удивляйтесь, но не создавайте эмоций. Поглотите эти эмоции. Они все равно их отдали, такие эмоции. Но это один из таких принципов, который поможет вам увеличить психическую энергию. И вот эта психическая энергия, от нее зависит потом практики. То есть прочитали там 1000 кодов моих, то вам нужно брать психическую энергию. А где ее брать? Нужно учиться ее замечать. То есть учиться замечать или брать ее можно во внешнем мире, в отношениях, в себе, находить ее или котел построить какой-либо там ваджарный или там сублимации, для того, чтобы этот котел сам давал и накапливал в вас эту энергию. Но это для обычных людей ну, очень сложно делать. То есть человеку можно прочитать мантру там «Ом мани падме хум» от эгоизма или там «Видьям дхи махеш Швари самастамадхидам дыхи или макхиладыхим дыхими пармешвари для притяжения в жизни денег. И это может создать у него условия, что он на всех рычит, на всех гавкает, сил нет, вечером засыпает, не может проснуться. То есть полное тотальное истощение. Поэтому очень важно накапливать психическую энергию, это прямо номер один. А читать можно хоть 1000 в день.